большие соревнования происходят при большом количестве народу. И иногда некоторых спортсменок это, конечно, смущает. Это овации, свист, гам. Немножко иногда чувствуется растерянность на ковре. А чем раньше ребенок привыкает к зрителям, к аплодисментам, к овациям, тем ему будет проще потом, более раскрепощенно выступать. Я в кукле одна, танцую. Но там не так страшно. Мне самое главное ни с чего не упасть. Это для них такое счастье. Они так расслабляются, они так, когда их не судят, они так показывают себя с таким удовольствием, особенно когда у них есть восточный номер, и они вот выходят в этих штанах с голыми животами, и вот тут уже они... Вот тут я вижу их настоящее лицо, и когда они мне на тренировке рассказывают басни, что они что-то не могут, я им напоминаю их показательные выступления. Почему бы и нет после соревнований устроить шоу, во-первых, для зрителей, увидеть в каком-то другом образе гимнастку без предмета, там, в каких-то танцах красивых, в костюмах, в другом макияже, другой цвет, другой образ совсем. Выступать в показательных и в отдельных, но легче выступать в показательных, потому что там как бы за свое выступление ты волнуешься, и за показательных тоже волнуешься, но чувствуешь себя раскованнее. Художественная гимнастика имеет весьма широкую географию. Ведь на ковре исключительно собственными выразительными средствами можно воплотить любой сценический образ. Это как яркая книжка с картинками, переворачивая страницы которой, мы попадаем в разные сказочные страны. Would you go to bed with me?
Художественная гимнастика – радость не только для спортсменов, но и удовольствие для зрителей. Люди стали ходить на художественную гимнастику. Это ведь прекрасно, когда во время выступлений тебя поддерживают тысячи людей, за тебя волнуются и переживают. Публика и спортсмены обретают прекрасные мгновения, которые дарит спорт. Художественная гимнастика подарила миру новое понимание красоты и грации. Это стремление к совершенству. Это создание гармоничного человека. Это красота тела и сила духа. Ведь спорт – это проявление лучших человеческих качеств. И особенно это видно после того, как спадает накал соревновательных страстей и можно расслабиться в показательных выступлениях. Есть очень точное английское слово «шоу». Это возможность выразить все эмоции и чувства, сдерживаемые во время соревнований, когда уже нет судей, нет баллов, а есть только удивительное ощущение свободы и счастья. Ты словно летишь на волнах музыки. Твое тело становится послушным и невесомым. Наслаждение, которое дает художественная гимнастика. Шоу. Это триумф красоты и грации. Yesterday.